Всемирный день шопинга от AliExpress – все, что нужно знать о главной распродаже года. Если вы гуру шопинга, то, конечно, знаете о празднике, который отмечается 11 ноября. Если же нет, но очень любите скидки, распродажи и покупки онлайн, то он вам точно понравится. Речь пойдет о Всемирном дне шопинга и самой грандиозной распродаже, которую, затаив дыхание, ждут миллионы шопоголиков во всем мире. Совет полезен. О празднике. В уже далеком 2009 году никакого праздника еще не было, а просто китайская компания Alibaba Group решила провести на всех своих ресурсах, в том числе и на AliExpress.com, большую распродажу и назвала эту акцию «Всемирный день шопинга». Она была приурочена ко Дню Холостяка или Дню Одиночек, своеобразному антидню Святого Валентина, который вот уже больше 20 лет отмечают в Китае 11 ноября. Дата для такого своеобразного праздника была выбрана не случайно, ведь она состоит из четырех единиц и такая квинтэссенция одиночества. Руководители Alibaba же посчитали, что именно в этот день хорошо дарить подарки самому себе, а значит, грандиозная распродажа будет как нельзя кстати. Организаторы акции сорвали джекпот, и немного печальный день одиночек превратился в настоящую феерию онлайн-шопинга. Событие не просто стало ежегодным, оно быстро охватило и другие крупнейшие китайские интернет-площадки. В 2013 году покупатели отметили Всемирный день шопинга тем, что за сутки принесли Alibaba Group 5,8 миллиарда долларов США, оставив далеко позади всем известные «Черную пятницу» и «Киберпонедельник». А пять лет спустя, в 2018 году, объем продаж только AliExpress за первые 15 часов распродажи превысил 14 миллиардов долларов США. С каждым годом организаторы распродажи придумывают все больше фишек, которые помогают пользователям не потеряться среди миллионов товаров, получить максимальные скидки в заветный день и извлечь максимум выгоды из Всемирного дня шопинга. Так что ждет нас в 2020 году. Как правильно подготовиться к главной распродаже года на AliExpress 1. Скачайте и установите приложение AliExpress. 2. Продумайте, а лучше запишите, что именно вы хотите приобрести. С таким списком вам будет легче ориентироваться в огромном ассортименте AliExpress и, кроме того, вы сэкономите кучу денег, избежав затягивающего серфинга по товарам, которые на самом деле вам не нужны. 3. С 28 октября в 10 часов МСК вы сможете увидеть цены со скидкой и заранее добавлять товары в корзину. Вы также можете настроить фильтр при поиске, чтобы видеть только те товары, которые будут на распродаже. 4. Не кидайте в корзину первый подходящий товар. Почитайте отзывы и фотографии, которые уже оставили реальные пользователи, посмотрите информацию о продавце, сравните товар хотя бы с двумя-тремя аналогичными в той же ценовой категории или чуть дороже, иногда лучше немного переплатить, но купить действительно хорошую вещь. 5. Ищите самые большие скидки в следующих товарных категориях: товары для дома, мелочи для кухни, новогодние подарки, праздничный декор, техника, необычные штуки. 6. Получайте монеты и обменивайте их на скидки. С 28 октября по 10 ноября вы получаете до 5 монет за каждый товар, добавленный в корзину. До 12 ноября накопленные бонусы нужно поменять на скидочные купоны: 10 монет равно купону $2 США для одного магазина, а 200 монет предоставляет скидку в $2 США во всех магазинах AliExpress. 7. Получайте купоны за покупки. Покупая товары в период с 28 октября по 12 ноября, вы получите специальные купоны на $2 США доллара каждый. Учтите, что после распродажи купоны сгорают. 8. Ищите скидки в мобильном приложении. 12 ноября в приложениях 11 раз в день будут появляться подборки товаров со скидками до 90%. Первая появится в 2 часа, а дальше они будут обновляться каждые 2 часа. Будьте внимательны, скидки изгорают, как только происходит смена подборки. 9. Принимайте участие в играх на сайте и в мобильном приложении AliExpress. Играя в денежный скачок «Переверни и выиграй», «Дождь из купонов» и «Поймай купон», вы сможете выиграть купоны, монеты, дополнительные скидки и даже реальные деньги. Наконец, с 11 ноября 11 часов по 13 ноября 10 часов 59 минут МСК примите участие в самой грандиозной распродаже уходящего года. Охота началась. Перейти к покупкам и GT.